Hi guys. О! Hello, my dear comrades. Это походу вообще охуевает. Все говорят на каком-то непонятном языке, блин. Что? Там на английском он сказал. Не-не, это пацан охуевает, который на английском начал говорить. Да вот, видишь, я с ним поговорю, если что. Он не будет одинок. Так, ты рыжий, я синий, окей. Вообще-то это зеленый, типа, свет. А, я зеленый, чё. Вы там как проходите, там посазать нас. Да блять! Сука, ну ебать, нас просто закидали гранатами. Не, там уже всех убили, блядь, чувак. Сзади сейчас будет. Не, сзади, сзади они. Ну, оба, по-моему. Значит, один сзади остался. Сзади, сзади. Призри. О, у тебя скоро будет 100 пилотов. Вон он, был. Видел его, блядь. Вон, башка торчит, блядь. Да блин, он быстрее меня будет. Да ты пиздец. Блять, надо было. Можно было, можно. Красавчик, конечно, но, блять, можно было его. Надо, да. Окей, эко. В принципе, не знаю, я так все равно куплю, как бы, но я все равно на эко. Окей. Так, у тебя бомба. Куда пойдем? Да, да, довольно короткий путь, но просто, там... А, ну там они уже будут, блядь. Там длина, да, они уже там. Блядь. Вау, они... Там кто-то своего замочил, короче. Я прошел, я прошел. Я с тобой, смотри. Так, я ушел налево, Это я. Да не, я стреляю по все подряд, чтобы это... А, окей, я думал... Так, у них на респе там. Господи, у него снопа была, я забыл. Ставь аккуратно. Все, его убили. Я хочу его снопу убить. У второго чувака тоже снопа, так что мы там будем вдвоем со снопами. Блять, я нацелился в голову. Так, он один остался, короче. Сука! Wait, ну что за говно, ебать, я же нацелился нахуй. Бля, ну... Блять, говно! Пидорас! Дебил! Чмо! Сука! Ты, блять! Сука, ну я, конечно, тоже пиздец, блядь. Как ты мог мне два раза не попасть? Это охуеть можно. Ну, блин, в этой игре снайперки, в принципе, работают довольно странно. Бля, я хочу научиться снайперки, что ли? Окей, тогда мы будем... Блять, опять... у меня, оказывается, тачпад работает. В смысле? Ну, я же на ноутбуке играю, а тут такая плита это. С этим. Понял, нет, я плита. Понял. Вот, он, короче, работает, и я на него нажимаю, и там уводится прицел очень часто. Он с бомбой уже на почте. Стоит ее довести. Вау, вау, блин, я там слева, я забыл, что там стена закончилась. Слева снайпер. Четко, четко. Не пизда. О, нормас. Where last? Reload. Блять, ну в голову уже! 98 хп! Да, блин, ну везучие, тварь. 98, блять, сука. Обидно, нахуй. Блять, калаш купил, сука. Ладно, эта карта может быть не самая лучшая карта в этой игре. Пиздец, 98, блядь. Я уже развернулся, я просто в голову попал, развернулся, думал, он умер уже, все, блядь. А он, оказывается, не умер, нихуя. Так, ты рыжий, я помню. С тобой пойти, да, там? Никто с тобой, кроме меня, не идет.
Их тут двое, блядь. Ну конечно, хедшот первой пулей, офигеть. Это просто пиздец, сука, я вообще не понимаю. Я даже не раз не хочу. Бля, ну что ты делаешь? Сука, дебил. А, офигенно прицел. Да что он делает, блядь? Он убивает вы колонну, колонна сейчас умрет, колонна уже... О, видишь? Пиздец, блядь. Сука, ну ты это видел, блядь. Я видел, он бил колонну. Колонна тотали умерла, а вот его соперник... Да, блядь, он бил прям вот над плечом, блядь. Да, то есть это довольно странно это дело. Я не могу понять, почему вот этот снопа в штурмовых винтовках. А там все снапы в штурмовых винтов. Хорошо, почему все снапы в штурмовых винтов? Ну, потому что это снайперские винтовки. Интересно, мы хоть раз победили? А, мы все вниз ушли. Вау, тут офигенная чистая вода. Прям совсем вниз? Да, самый низ, самый низ. Скатились, уже не тот. Я тогда буду здесь прыгать, ты спрашиваешь, куда выйдешь? Вы на какую точку идете? Я вышел, я уже на Б, я уже на Б, там на Б, я вижу людей, я вижу. Господи, да как так 78 снял, и там двое на Б, там двое на Б. У меня бомба была. Из пистолета, может, там вот один хэдшот. Да ёбаный! А остальные где слились? Я один пришел на Б. Я не понял. Меня заебали, сука. Я, блядь, выйти не успел, нахуй. Сука, уже один остался, блядь, пиздец. Как играть-то так? Не знаю, чё. Чё как ты, ну, кстати, не прёт там? Как-то, блядь, дома где идёт? А? Как-то не прёт там. Там уже кто-то есть. Ну, там уже кто-то есть, блядь. Там чё, снупер у них, что ли? Где? Нет, снайпер не здесь, блядь. Блять, меня закрывают по стрелам. Да какого черта? Блин, у меня тут голова торчала там. Надо было остановиться. Дебил, что ли, блядь? Да, блядь! Говно, ёбаный пиздец, блядь, ну, сука, когда? Когда, сука, они успевают это сделать? А там в их команде дам шатап, то есть кто-то уже там сильно кого-то задолбал своими разговорами. Да они хотя бы выигрывают, блядь, пусть бы наши лучше говорили. Почему у нас вся тема с вэпами и со снопами разными? Это ну, разве я, так побеждают? Я хочу научиться, блядь. Не. Разве так побеждают в этой игре? Берут. О, блядь. Ухтимус. А мы вообще побеждаем в этой игре, блядь? Вот именно. Ладно. Минус, минус. А, то есть мы чисто на снопах сидим, да? Вот отлично, мы галим. Он, блядь, он... Блядь! Сука, ёбаные снайперки, блядь. Как они здесь работают, сука, нихуя же, непонятно, блядь. Ох, черт, ну откуда там-то? Да я тебе говорю, карты говно, нахуя ты вообще её включил? Чем? Нахуя ты вообще эту карту включил, блядь, она же говно, сука. Да я думал, ну чё бля, там? Я знал то, что она говно, но, блядь, думал, не мало ли, я был пиздюком, блядь. Говно, блядь, сука, не, ну, надо учиться здесь, снайпер не играть. Пиздец какой-то, сука. Шесть к нулю, блядь. Окей. Шесть к одному, понимаешь? Все, начинается позитив, понимаешь? Начинаем выигрывать. Возьму что-нибудь, с чем я, наверное, немного умею играть. Что, ПП взял, что ли? А, нет, взял СДЖ. СДЖ. Ты с СДЖ умеешь играть?
Прицеливаешься и зажимаешь. Это очень легко. Ну, вот... блять, особо кое-что не так. Ну да, прицеливаешься и зажимаешь. Если бы АБВ была автоматической. Так, я хотел там задымить, но если ты убьешь там снайпера какого-нибудь, который там будет сидеть, то... Это не я кинул! Я знаю, это не кинул. Так шо вон выставил? Откуда, блядь, стреляет нахуй? Вот этот чувак, он просто забей какой-то. Блять, ну заебали, когда вы все сдохли, блять? Ебанулся, ну пиздец, блять. Ну как вы, блять, все, сука, успеваете слиться? Сука. Я просто сейчас не пойду никуда, буду стоять за углом и там зажимать. Артём скидывает ссылку, где, короче, отсчет времени до анонса Fallout 4. Хм. Ну, блин, я бы посмотрел на Fallout 4, на самом деле. Ты, блядь, как, сука, как он ее кинул? Почему эта ёбаная граната улетела хрен знает куда? Последний патрон. Офигенно. Сори, сори, don't kill me, don't. Сука, самая говняная карта, если бы что могло выпасть. Ну там у нас было три карты. Одна из них была поездом, кстати. Поезд был вроде не очень плохим. Но... Раньше, его с тех пор, как я последний раз сыграл, его переделали и засунули в какое-то обновление. С этими с кейсами тоже связано. Так что я не в курсе. Блять, ну два ВП-шника. Ну такая, да, вот такая у нас тима сегодня. Ай, блядь. Ну и почему они ничего не сделали, чтобы этого не произошло? Да конечно, я отошел в этот момент. Наверное, им интересно было. Чисто? Фу, игра на АВП. Почему нет такого режима, знаешь, как на ножах? Ну я понимаю, что есть карты эти кастомные. Но это задещу. Жалко, ничего на эту пирамиду вверх забежать. Ну хотя там бы постоянно просто АВП-шеры сидели. Их было бы легко слить, на самом деле. На, ебать, сначала ты, блядь, охуеваешь, блядь, с того, где они сидят, блядь. Смотришь, влево нет никого, вправо. Почему нет? У него ВП, блядь, есть, а он зацелил на стегла? Потому что он крутой пацан, вот да. Потому что оружие в этой игре меняется мгновенно, ты ведь знаешь. Всего-то 2 секунды нужно, понятно. А потом еще сразу стреляет, да? Да, и мгновенно начинает стрелять, то есть оно стреляет еще когда только достаешь его. Оно над тобой прострел делает. Очень удобная система. Блин, я хотел бы бомбу собрать. Ну, куда пойдем? Скажи мне. Я не знаю, я купил, как бы пойду вот здесь. Окей, если вы там пробьете, то и я просто пойду. Че, ну неужели никто не пойдет? Короче, я пошел на другую точку, блять, они там уже все слились. Опа! Хедшатец такой. Это был не хедшатец, это был ассист. Это чувак с дробовиком, что ли, что-то? Это дробовик, офигенно. Ну, на точке А чисто, так что я сейчас попытаюсь... Я могу ведь, да, тут пройти? Жди, откуда стрельба, блин? Напишу бомбу ставить. Здесь, почему? Эх. Блин. Окей. Реально, 3 человека в тиме с авэпами. Это неправильно. Бля, я хочу научиться с ней играть. Just feels wrong.
Опять, если пробьете проход, то я туда пробегу. Никого нет. Так сейчас выбегут. Ну хотя они обычно сразу там появляются, так что. Наш хлопочка все выбегает. Здесь! Сзади, блядь! Двое! Да они уже ушли, блядь, хули ты смотришь? Да как же так, 66 так. Всего лишь, блин. Надо было отпустить, и... да я всегда так говорю, никогда этого не делаю. Окей. А это последний раунд вообще-то, можно было и что-нибудь крутое взять. Ну, я не знаю, я ни с чем больше не буду. У нас один с пистолетом побежал последний раунд играть. Денег у него нет. Ну чё за дурак? Попросить-то не судьба? Вот-а, вот-а. Чувствуешь, что это лучше для тебя, чем блин, а чё, он вверх что ли успел уйти? Я не понял. А, ты его грохнул там. Да я никого не убил. Ага, патронов-то мало, да, блядь, чмо? Двое справа. Ой, ещё так начал. 90 хп я ему снял, блядь. Извини. Опять эти конченые ребята из соседней тимы. Как я рад, что мы не в этой тиме. Сука, 90 ёбаных хп, блядь. Так, ну, конечно же, я беру Desert Eagle, с которого стреляю просто прекрасно. Я вчера играл в десматче, ну, когда там тупо сражаться. Да я раз. Вот, и там очень много людей с Desert Eagle бегает, я просто их ненавижу. Не знаю, почему у них так хорошо получается, и меня так бесит они вообще. Там все от первой пули зависит. Хули, голову выстрелил, вот это был лучший мой выстрел с гипла. Все, больше ты никогда не попадешь к нему. Окей, мне гранату запилили просто в мое лицо. Вниз упал чувак один. Я знаю. А, еще один? Блин, они оба уже... Ах, по мне еще свой стрельнул. А че, когда вниз падаешь, кто не снимается? А там можно, можно не упасть. Я как-то там в прошлый раз хорошо упал. Короче, в воду надо падать. Нет, нужно упасть вот на это ребрышко. А, тут ты уже ушел. А может и в воду можно упасть. Бля, мои пули не успевают догонять людей. Блять, ну сука! Вот да, вот это было отлично сейчас. Пиздец, блять. Какого хуя? Какого сука хуя? Я, блядь, наверное, даже не попал ни разу, блядь. Изи! Бля, надо просто прыгать в воду, хули ты мне пиздишь. Просто в воду можно? Потому что я обычно прыгаю на колонну и потом с колонны, там выступ они есть. Все, у меня ноль денег. Эй, Губи. Ты куда пойдешь? Я не знаю, куда вот, куда вот. Окей. Окей, я тоже сюда, у меня... А я по этой лестнице смотрю? Нет. Вообще не видно, по одной лестнице. Пойдем, не пойдем. Опа, к нам пришли. Там. Окей. Блять, откуда, сука, снизу стреляет? Пидорас. Вот еще один, блин, вот. Еще один, они все здесь. Я загорюсь, я думал, что там двое, все, это пришел, иначе меня ножом рубать. Вот там, эй, прямо перед тобой еще. Стреляли, вот прямо перед тобой. Он там где-то был последний раз. Сука, да тут снизу уебок один сидит. Go, protect the bomb! He planted! Попал. Чётко! You're dope, man! Ну, с этой
этап уже не тот будет, конечно, но сойдет. Смотри, здесь главное никто снайперки не покупает. Странно. Нет, там где дефить нужно, блядь? Да, то есть, серьезно. В атаке снайперки, в дефе штурмовые винтовки. Офигительно. Ребята знают, как играть в эту игру. Я думаю, что они купили мой учебник. Я издаю учебник по CSGO. Он называется «Тактика для новичков». Стоит всего 100 баксов. Снизу два человека есть. Он меня в воздухе подстрелил. Я думал, что я там напугаю. А, он ушел, он ушел, он прям под вами должен стоять. Или нет? Да, вот он. Четко. Я думал, что они испугаются того, что я спрыгнул на них там. Два чувака, блядь, а. Я думал, что они не ожидают. Я думал, что я у них за спиной пробью еще. Да ну серьезно? Что, ты он заебал? Ах ты ж, нихуя себе, как это он так не попал-то, блять, а? Блять, ну сзади, ну блять! Ну блять! Окей, бро. Ну блять. Пришло время купить бизон. У тебя денег стоит? Блин, дурацких два раунда я играл. Нет! Я отдал бизон чуваку, блин. Он мне его вернул, правда. Он понял, что я случайно. А то у него денег нет, у меня денег нет, я ему такого выкидывал. Щедрость. Так, надо убить кого-нибудь. Я, короче, сосредоточен. Я готов. Это свой. Я пошел. Я готов. Я пизду, блядь! Они сзади! Куда ты, сука, идешь? Я не понял, откуда. О, фигу сейчас! Ненавижу парней, которые в траве сидят. Черт, гребаные. Фикус, блядь! Я не знаю, как это. Это папоротник, это не фикус. Фикус. Ах, что, свой? Я свой прибил!